А стоит пройтись пешком, сегодня сообщили в администрации города. Готова окончательная программа празднования Дня города и военно-морского флота. Мероприятие стартует в 10 утра 26 июля и завершатся вечером 27 июля на набережной Зрячего. В 23 часа прогремит праздничный салют. Фура пришла с Питера. Там вот как раз здесь, напротив магазина, там даже продавцы выскочили. Сейчас ягринцы наблюдают последние приготовления к проведению двух реконструкций – операции «Оверлот» и «Бой за Киркенес». Их проведут 27 июля в День военно-морского флота. Здесь уже вырыты окопы, развернут палаточный лагерь и даже передвижная баня. День города праздновать начнут в субботу. 26 июля к 10 утра северодвинцев ждут у Дворца молодежи. Желающим поучаствовать в карнавальном шествии волонтеры помогут создать костюм. Конкурс живых статуй, он также будет стартовать у ДК строителей. Все будут принимать участие в шествии, и мы уже будем встречать их на площади. Когда они придут на площадь, они будут уже расставлены по определенным местам. И в течение часа-полутора все гости, пришедшие на площадь, смогут каким-то образом, может быть, пофотографироваться, поучаствовать с ними в некотором интерактиве. На площади Победы библия-городок, мастер-класс по танцам, поморские игры, ткацкий станок, гончар, игра на ложках, шоу-аниме, а также гигантских мыльных пузырей и не менее масштабный хоровод. Прибудет специальный гость DJ Quest. Ну, достаточно такая специфическая направленность, и чтобы было интересно и молодежи, и более старшему поколению, причем есть любители разной музыки, разнообразной, мы решили наполнить программу еще различными выступлениями. Опять же, о чем говорила Наталья Владимировна, мы стараемся, чтобы коллективы работали совместно. Самая главная для нас ценность, и чему мы всегда следуем, чтобы у нас выступали, пусть, может быть, кем-то не совсем известные, может быть, не совсем раскрученные, но талантливые, яркие, интересные и профессионально работающие творческие коллективы, да? Вот. И живое исполнение. День города завершится выступлением казанской группы «Мураками». В день флота 27 июля на Яграх преобразится набережная. Серое бетонное основание станет ярче благодаря граффити. На пляже волейбол, парусный спорт, перетягивание каната. А в полдень гостей ждет сюрприз, какой держат в тайне. Он продлится всего одну минуту. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.